Сели ручки в стороны, спинки ровные. Здравствуйте, девушки. Так, развернули стопы, выворотно, по первой позиции. Нет, стопы натянуты. Да, ручки в стороны. Поднимаем правую ножку на 45. Раз и два. Меняем. Левая. Раз и два. Раз и два. Вверх и вниз. Выворотно. Раз пяточкой. Два. Раз и два. Спинка не шевелится. Вверх и вниз. Вверх и вниз. Арина, у тебя каждый раз спина горбатится. И вверх и вниз. Спинка неподвижна, Милана. И раз и два. И раз, два. Раз, Оля, ручки выше, два. И вверх и вниз. Теперь выше поднимаем. Вот сюда стараемся до головы. И раз и два. Другая ножка. Три и четыре. Ну, малыши, карандаши сломанные. И вверх, вниз. И вверх и вниз. Выворотно. И вверх и вниз. И вверх и вниз. Арина, не надо вот так вот делать. Попа на полу лежит. И раз. Выворачиваю ножку. И два. И три. Выше. Давай, Лера. У тебя сил вообще в ногах нету. Четыре. И еще два разика. Раз. И два. Коленочки. Вот вам, девушки, ноги поднимаются. На колени торчат. Вдавливаем туда. И хоп. Давай, колено. И хоп. Хорошо. Поехали. И вверх. И вниз. Ваша задача булочки не оторвать от пола. И раз. И два. Колено. Не ляжкой поднимаем. Носочком. Представьте, что у вас к пальцам привязана веревочка, и она вас легко поднимает. Пальчиками поднимаем. Пошли. И раз, и два. И вверх, и вниз. И вверх, и никуда не шатаемся. И вверх, и вниз. И вверх, и вниз. И вверх, и колено, и последний держим. Раз, два, коленочка, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Поменяли ноги. Ручки вытянули вверх, ладошки на полу. Сокращенными стопами две ноги. Ножки поднимаем и ставим себе в ладошки. Раз. Уперли. Нет, держим, держим, держим. Уперлись и пятками толкаем туда. Вот. Лежим. Пятками толкаем. Лера, сокращай стопы сильнее. Так, Арина, сильнее. Ну, поставь в ладошки прям пальцы. Теперь внимательно слушаем, ничего не отпускаем. Шагаем по своим рукам до локтей. Раз, два, три, четыре. Ну, примерно до локтей. Попка опустилась. И четыре счета возвращаемся обратно. Раз, два, три, четыре. Пятками туда толкаемся. Еще раз пошли. И шагаем. Раз, два, три, четыре. Коленочки прямые. И возвращаем. Раз, два, три, четыре. Опять. И раз, два, три, четыре. Шагай стопами своими. И раз, два, три, четыре. Еще. И раз, два, три. Складочка получилась. И раз, два, три. Пятками давим.
Спинка тянется? Что-нибудь тянется? Подколенная? Нет. Должна тянуть. Значит, сильнее сокращай стопы. Вот, как будто ты хочешь пятки поставить на пол. Да. Приготовились. И раз. И два. Ну, быстрее. И три. И четыре. Вот сюда нога должна прилететь. Пять. И шесть. И семь. И восемь, и девять, и десять. Другая ножка. И раз, и два, и три. И четыре, и пять. Локти прямые. Шесть, и семь, и восемь. Головой работаем. И девять, и 10. Теперь мы делаем то же самое, но мы должны выпрыгнуть на воздух. Нижняя ножка выпрямится. Да, только вы должны хоп и в шпагат растянуться. Не, в шпагат. Вот так, да. Уж тут-то вы должны себе на голову положить, да? Да. Да, мы посмотрим. И раз. И два. И три. И четыре. Не перекинуть. И пять. Прямые ножки. И шесть. И внизу прямая. И семь. Шпагатик разорвать. И восемь. И девять. И десять. Хорошо, встали на коленочки, подняли ручки, в коробочку складываемся, умеете коробочку? Это как улиточка, только улиточка вот сюда, давайте вот сюда. Покажи. Ну, ну давайте улиточку, ой-ой-ёшеньки. Пошла к ней. Пошли, делаем 10 раз. И раз. Так. Угу. Еще пробуем. Молодцы. Это надо сфоткать. Я тебя сфоткаю. Пошли еще раз. И два. Делаем, делаем, делаем. Прекрасно. Прекрасно. Ну, Арина, давай, давай. Ой, Оля, как широко ноги-то. Что в шпагатке? И последний разочек. Лежим, лежим. Хорошо, молодцы. Убираем коврики. Все, делаем колесо через эту штучку. Да. Все, пошли. Раз и туда отходим. Отходим, отходим. Вот стараемся не толкать, чтобы не скользило. Попробуй. Это, мне кажется, нет, тут нормально. Да сильно не разгоняйтесь так. Ну, попробуйте. Нет, а, через грудь. А, через грудь? Так это легко. Не-не-не, только сначала колесо. Сначала колесо. Да, вот. Теперь девушки. Да, через грудь. Чудище. Ой, чудище последнее.
В другую сторону пошли. Оп, ногами толкай. Так ноги закинь и все. Ну и что? Пошли. Уж колесо можно было отработать на две руки. Давайте, давайте, не стоим. Так. Будет слишком низкая опора. Нормально. Вы вообще через пол должны это делать. Ну, через пол. Ну, лево. А вот теперь переворотик. Кто сможет? И не убить. Я умею, вроде как. Не убьетесь? Ну, вообще можно, она может скользнуть. Тихо, у Лены, чего не пугаешь? Я держу. Точно? Не знаю, может быть. Давай. А сердце здесь. Да я держу, держу. Так, за веревочки. Вы там страхуйте. Вот на коленки не надо падать. Делайте медленно, спокойненько. А можно, он скользкий. Ну, притащите пока, как-то никто не держит. Я пока что держу. Не упадешь? Ничего? Да-да-да, молодец, Айсура. Молодец, коленки не жалеет. У Лены на коленях вот так бегала как-то. У Лены, покажи на матери. Можно я покажу? Чего? Сейчас, давай, бегай. Я не сделала. Она хотела неудобно. А я могу еще быстрее. Отойдите. Она вот так языку потерла. Давайте. Так, страхуйте, мадам, эту. Хорошо. Давайте дальше кто там. А почему ты нельзя? Хорошо. Мама! Тебе туда надо еще. Твою ногу возьму и перевесь. Так, а теперь через грудь. А как теперь раз. Я... Ой, как Айсура сначала делала. Да. О-о-о, пошли. Опа. Тебя сначала стрекать. Нет, я ухожу, да? Меня не надо стрекать. Просто держи. Меня нужно страховать обязательно. Меня ко всех. Давай. Алиса, что ты делаешь? Зато весело, наверное. Да. Ой, да, она вот все назад падает. Да не бойся, а ты делай. Делай, делай, да, помогу. Я твою ногу возьму. Ее надо вот так, вот с той стороны, за живот ее. Держи. Да. Все, давай, делай. Раз, толкай, толкай, толкай. Вот. Что еще можно с этого сделать? Ну, ладно, давай, давай. А, я то есть плохо. Да. И держи мат особенно, держите. Тихо, так, давай. Молодец. Меня не надо держать. Ну да, все, забираю. Эти вот болтают, опять все просмотрят, что делать. Полы моют. Давай. Слаймом. Давай. Бум. Классно, дальше. Дальше. Не спеши, не спеши. Нет, старайся ножки соединить и две ноги поставить. И бомс. И ручки через верх поднять. Ну, на мостик. Не по очереди. Вы видели, как старшие делали? Еще раз делаем большие, все маленькие. Иди, иди, не стой. Две ноги же вас просят. Но в идеале это должно быть прыгнули. Бум-бум-бум, стунс, тунс. Мне было еще
Но сначала привыкнуть, а потом уже... В принципе, это не очень сложная штучка. Давай. Для нас это очень сложно. Да нет, это тут ни при чем. Две. Бум, молодец. И спеши. Две ножки и оп. Ой, в дырку прям попал. Подвинь чуть-чуть. Не спеши, две ноги. На мостик. Вот. Только не на колено. Вот так. И ручки вверх. Ну, пробуйте, не бойтесь. Две. Слишком согнулась сильно. Две. Давай. И оп, молодец. Ну, давай еще по разику. А попробуй не две, а вот по очереди раз и соединила. А я даже сделала. Тогда и там, да, вот так. Подвинь Девочки, пойдете, нет? Давайте, давайте, еще по разику делаем. Я режу одно и то же задание, да? Ну. Дырка, дырка. Хорошо. Нет. Да не, сейчас еще убьешься. Но если подтолкнуть за ноги, то получится. Давайте попробуем. Покажи еще раз. Будем с помощью делать. Все, устала. А нельзя вот так грудкой? Попробуй грудкой, попробуй грудкой. Не попробуй. Грудинкой. Если что, толкайте ее за ноги. Можно, может, так ну, сделать? Давайте, давайте. Я после тебя. Можно? Я после тебя. Я помогать? Мне лучше не помогать, а то мне еще хуже. А потом я... Потом в следующий раз помогать. Помогайте. Милана. Ну, тебе надо сильно помогать, да? Нет. Принеси пока телефон мой, надо время посмотреть, он лежит. Ой, помогай ей, себя носом как упадет. Все, есть время. Давай еще раз. У тебя есть вторая попытка. Успешно. Лучше отойди, ты меня смущаешь. Не смущаешь. Потом я посмотрю. Я посмотрю. Через локти неудобно. Неудобно. Помогай. Нет, не надо. Попробуй. Не через локти. Так она так не гнется. Помогать, не помогать. Давай помогать. Так, ты ее держи, и так что-то слабенькая какая-то, да, и Сура не такая слабенькая. Или с двух сторон встань, с той, с этой. Во. Милана, я тяжело просто. Что вы делаете? Так, вот ее точно. Голову положи прямо на эту штуку. Какие-то...
палец худеет. Вот тоже получилось. Это фокус. Я же говорю, это синий. Ты еще сделаешь. Нет, на лазер было катился. Я снимаю. А мне хорошо. Раз. Оп. Пам. Два. Оп. Не переворачиваться. Три. И стоять, стоять, стоять. Четыре. Пять. Теперь из стульчика выпрямить ножки в потолок. И раз. И потолок вернуть. Два. Вверх-вниз. И также опустить. Три. Арин, что сидим? Четыре. Две ножки сразу, Лера. Пять. Две. И вниз. А теперь из стульчика вы должны выпрямить ножки вон туда. Чемоданчик. Ну, в идеале надо на эти ножки смотреть. Куда смотреть? Вы можете развернуться на зеркало и как бы на зеркало выпрямлять. Смотреть на зеркало вот сюда, между ног. Ой, между рук. И хоп, две туда. Чук. Ты надо сюда. Да, да, да. Чемоданчик. Попробуйте. Раз. Прям параллельно. Да, прям параллельно. Нет, нет. Не в прогиб, а вот, да, еще голову чуть-чуть можно сюда, и будет удобнее. Раз, да. Да. Развернись тоже на зеркало. Смотрим на зеркало, и на зеркало выпрямляем. Да. И, оп, да, дай я тебя подержу. И давай ноги мне. И... Вон, стой, зад туда, убери, вот, а, прогиб, так? Вот, да, 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 да. Да, как бы попку туда заносим, и тогда вам будет удобно стоять. Скорее всего, да. Ножки вместе, понятненько? Ну-ка, давайте. Да, давайте, выдержу, и, угу, прогиб. А можно сразу прямыми так? Можно попробовать. Смотри сюда, сюда смотри на свои ноги. Сюда заноси задницу. Ага. Во-во-во. Можно сразу, да, прямые. Давайте. Чемоданчик. Ножки выпрямить. Угу. Пумс. Ой, красиво. Давай, давай. Складочка такая на руках. Оп. Да, коленки вытяни. Пробуем, пробуем. Угу. Еще коленочки. Молодцы. И вот теперь пошли в стороны, в поперечный, раз, и стоять, не переворачиваться, вернуться обратно, раз, раз. Вот в спагате, между прочим, легче всего стоять. Почему направо легче? Не, поперечный еще легче, руки широко, ноги широко, бумс. Пошли, пять раз, и до две ноги сразу, кто-нибудь покажет нормально. Пум-пум-пум. Все, пошли. И раз. Постоять, не падать, не сдаваться. И два. И стоим. Стоим, стоим. И три. Равновесие. Четыре. Стоять. Вот поймать баланс. Не слишком прогнуться, не слишком горбатиться. Что там у нас? Четыре. Вот. Пять. Вот. Стой, 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 стой. Еще. Шесть. Почему расслаблена, Арина, ноги? Ну, натянутые должны быть. Теперь встали. Стойка с шага простая. Вы шагаете и стойка, пумс, ноги соединить. Просто да, просто постоять. Ну, да прямые ноги сразу. Нет, сначала давайте вместе, пошли. И раз, хоп, и стоять. Ножки, почувствуйте, нога ногу дотронулась, значит правильно. Оп, вытянули в потолок, вытягиваем стопы
И возвращаемся. У меня раньше получилось. Мне раньше так хорошо получалось. Пока прогиб мне не нужен. Мне нужна ровная линия. Раз. Алиса, давай без переворота. Вернись на место. Раз. И возвращаешься, возвращаешься. Не заносим. Вот Лера, правильно. Только возвращайся тоже прямыми ножками. Ну, натяни стоп, Арина, сразу. Вот, вот, вот. Спинку выпрямила, ничего не прогибаешься, и все, и не падаешь. Оп, и оп. У тебя торчит пятая точка. Вот, сейчас ровненько. Айсура сделала. Давай. Стоять. Ага. А вот теперь шпагат. В любимый шпагат ваш. Пошли. И раз. Ну, ага. Давай ногу туда, одну туда. Вот. И вернуться на место. Пошли. Я могу еще попробовать ходить. Сейчас попробую. Если у меня получится. У меня не получается. Ну, я могу. Молодец. Паш, Арина, сразу стопы натяни. Ну, делай. Коленочки прямые. И стоим. Так, а теперь... На другую ножку попробуйте, потому что есть классная штучка, но для этого надо подготовить обе ноги. На другую ножку пробуем. И хоп. Так, теперь смотрите. Вот вы начинаете на свою нелюбимую ногу. Делаете через подвижку и встаете, оп, ножка остается. То есть, и все? Все, пока все. О, надо что сделать. Да, то есть нога здесь, через подвижку. Мы идем, что делаем на груди делаем. Угу, только на ручках. Через вот, стороны и шпагатик. Начинай на нелюбим. Ну, у вас какая нога наверх торчит лучше? Вообще, то есть надо закончить той ногой. Так что сами там думайте. И ставь в мостик. Пам. И оп, yes, да. Ну, останься пока. Потом можешь встать. Пошли, пошли, пробуем. Через шпагатик и в пол. Ну, давай, Алиса, чуть-чуть. Ой! Угу. Это из-за носков просто взяла. Ну, сними пятки хотя бы. Во-во-во, почти. Ну, останься наверху, Арина, с ногой. Останься, пам. Все, и закончи. Ну, ты... Ну, давай. Помогу тебе. Начинаешь. Ой. И вот это ножку. Раз. У меня уже много раз получилось. Лена, вытяни. Пробуем. Тун. Во, есть одна. Еще. Тун через стороны. И давай. Пум. Ногу выпрями. Колено. Угу. Хорошо. И
Оп. Да, деловая. Давай. Раз. Четыре стороны. Два. Поняла? Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. И подписывайтесь на канал, это очень хороший канал, он о гимнастике. Очень рекомендуем его. А вы сами-то смотрите? Да, я смотрю.